Я считаю, что, в принципе, это показывает напряженное отношение русского человека, русского народа к лицам другой культуры. И эта ситуация обострила вообще, в принципе, это отношение. Я считаю, что все-таки есть такая хорошая русская поговорка: чувствуйте себя так, как дома, но не забывайте, что вы в гостях. И сейчас вот эту поговорку можно очень хорошо применить к этой ситуации. Вот. Терпеть уже нет сил.